Працаваць зімовай раніцай цяжка. На дварэ яшчэ цёмна, але ісці на работу неабходна. Мабільная група гомскага гарвыканкама на гэты раз накіроўваецца ў аўтобусны парк нумар 6. Першая змена тут распачынаецца о 8 гадзіне раніцы. Праверка недзе за 10 хвілін да гэтага. Праўда, першае выяўленае парушэнне дапусціў работнік іншага прадпрыемства. Вадзіцель прыехаў у аўтапарк для праходжання медыцынскага кантролю, прычым за руль сеў яшчэ да атрымання адпаведнага дазволу медыкаў. Выпадак фіксуецца ў пратаколе. Хутчэй за ўсё, гэты вадзіцель будзе прыцягнуты да адказнасці. Увогуле, сёння на гомельскіх прадпрыемствах парушэнні працоўнай і тэхналагічнай дысцыпліны сустракаюцца не так ужо і рэдка. Прычым у лік парушальнікаў трапляюць нават людзі з вялікім опытом работы. Работники уже проработали продолжительное время на своих рабочих местах и где-то уже, скажем так, начинают пренебрегать правилами, нормами по охране труда. Пытаются думать, что он уже профессионал, это он делал не один раз. И вот самое важное в этот момент пресечь это нарушение, иначе это входит уже в систему. Выником такой системы часто становятся несчастные выпадки. Причем, когда на инших предприятиях ахвяры, как правило, сами виноваты, то порушение правил на автопредприятиях могут привести до гибели людей, которые до этих вытворчеств никаких отношений не имеют. Сегодня у гомельском автобусном парку номер 6 працует 1040 человек. А прича водителю и кондуктору, которые, звичайно, находятся на линиях, это еще инженерно-техничные работники, это слесары. До речи, ремонтная зона на предприятии не спиняя работу на вот у ночный час. Падчас моніторингу 6-го аўтапарка правяраецца ўсё, ад часу прыходу на працу да фізічнага стану работнікаў. Нягледзячы на тое, што шмат хто раніцай прайшоў медыцынскі кантроль, нарколаг мабільнай групы робіць яшчэ адну праверку. Некаторых работнікаў не спыняе нават магчымасць быць звольненым і трапіць у лік беспрацоўных. Работнікаў по ініцыятыве нанімацеля прыходзіцца звольняць нечаста, нечаста. В общем-то, за проступки какие-то, в общем-то, это единичные случаи. Что касается инициативы нанимателя, просто за качество выполняемых работ, ну, здесь немножко, может быть, и почаще. Вообще идет сейчас становление коллектива. У нас новый руководитель, молодой, требовательный. Сегодня для працаўладкавання беспрацоўных у Гомеле реализуется целый комплекс мероприемств. От проведения кірмашоў вакансий и дзён прадпрыемства до организации перенавучання на новой специальности. Разом с тем, калі меркаваць по выніках проверок, проведенных мобильной группой, шмат хто готовы рызыкаваць доброй працей и достаткова высокими заробками. Во всяким выпадку прадпрыемствах, где порушения не отзначаются, можно перелічыць по пальцах одной руки. За то время, которое мы проводили мониторинг, значит, близки к нулю, значит, за исключением одного, там, двух замечаний было три предприятия. Наверное, вот на это и надо обращать мониторинговое внимание, рассказывать людям, встречаться с ними, и тогда будет все в норме. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».